РКК, в колонну по два, остановись! Три патрона, она выдержала? Поменяйся, возьмешь карабин. Левый! Три! Левый! Надо решаться, как это делаешь. Ты мочи не тёп, в том году его убивал. Справедливости с на победном полёте 1814, когда переворачиваешь, мы три уже, там, 30. Там не было сказки, две победы, да? Сергей, еще раз не в 1914, когда началась первая мировая. Ты поняла, победу он с Палеоном с одной стороны? Ну, это свято всеогульное, всеогульное свято нашего народа. Потому что оба деды у меня воевали. Один мая, ну, узнагороду за взятие Берлина. А другий дед скончил войну, ну, в районе Кёнигсберга. Тому это, ну, и семейное, и огульное свято. Я лічу, что треба больше сдвигать, как бы сказать, у бок памяти та скорби, ну, успомину про загинувших у годы войны, потому что это закрануло амаль усіх жыхароў нашей краины. Меньше робить таких урочистых, да веселых, як у ну, на конт вот такого руху, как можем повторить, а больше успомину и памяти. Ну, 9 мая лично для меня и для клубов Гомельщины, реконструкторов я имею в виду, это, наверное, святой праздник, и мы отмечаем его именно так. Но такие реконструкции нужно показывать нашей теперешней молодежи только по той причине, что такие вещи, как Великая Отечественная война, забывать просто невозможно. В каждой семье кто-то воевал, кто-то погиб. И, естественно, те жертвы, которые понес наш народ в Великой Отечественной войне, они, конечно, невосполнимы. И, естественно, мы должны помнить и праздновать этот праздник, именно достойно праздновать. А такие вещи, как реконструкция, оно, наверное, помогает будущему поколению, как, ну, как гражданам Республики Беларусь, как патриотам Республики Беларусь.
победа для нашего народа, я не буду говорить, что российского, украинского, белорусского, нашего общего народа советского, это большое дело, его надо всегда вспоминать, об этом надо напоминать людям. И то, чем мы занимаемся, это в первую очередь память об этом, потому что этой формой мы пытаемся напомнить людям о том, как воевали, в чем воевали, как было тяжело нашим дедам, прадедам и так далее. Yeah.